Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Ми будемо говорити на актуальні для Миколаївщини питання. Доброго вечора. Добрий вечір. Я не помилюся, якщо скажу, що, напевне, найбільш актуальним на сьогодні є питання підготовки до опалювального сезону. Тож розкажіть нам, як цей процес триває на Миколаївщині, які ризики і які плюси ми вже бачимо, які очевидні. Прошу. Спасибо, вопрос действительно актуален. Я прежде всего хотел бы сказать, что с учетом децентрализации бюджетной, финансирование отрасли жилищно-коммунальных хозяйств за 7 месяцев текущего года значительно вырос. Из местных бюджетов направлено 141 миллион гривен против 75 прошлого года. Ну, вы видите, что практически финансирование возросло в 2 раза. И теперь я хотел бы очень кратко отчитаться по готовности к отопительному сезону. Жилой фонд и соцсфера. Как готовы? 96% подготовка зданий коммунальной собственности, ОСМД, частной собственности. План 5775 по области фактично готовы 5565 сооружений зданий. Подготовка школ по области 533 учебных заведения. 533 готовы к отопительному сезону. 100%. Подготовка дошкольных учебных заведений. Также 100%. 511 по области, 511 готовы к отопительному сезону. Подготовка лечебных учреждений. 99%. 419 у нас по области, 415 готовы к отопительному сезону. У нас есть еще немного времени, поэтому я уверен, что наши руководители, специалисты устранят эти недоработки. И ровно к отопительному сезону мы будем полностью готовы, что касается жилищного фонда и соцсферы. Тепловые хозяйства Николаевской области. Подготовка котелен. По области 1261 котельня. Стационарные. 1236 фактически готовы, 98%. Также я уверяю, что 2% они будут доработаны. И это поставлена задача, поэтому она будет выполнена. Создание запасов твердого топлива, что очень важно, потому что в прошлом году у нас были небольшие проблемы по поставкам твердого топлива, и это связано было с боевыми действиями на Востоке и с закупкой импорта из стран ближнего зарубежья. Вот. В этом году мы готовы на 90% уже. Объявлены тендера, и они сегодня уже проходят по Николаевской области. Вот. Также готовы обеспечить твердым топливом и население области. Вот. Мы провели совещание с компаниями-поставщиками, которые также имеют запасы на своих складах. Подготовка специализированной техники. Мы тоже помним прошлый год проблемы, которые возникали в Николаевской области в связи с погодными условиями. Но на самом деле такая зима, как была в прошлом году, она бывает раз в 10-20 лет в Николаевской области. Я надеюсь, что в этом году будет более мягкая. Но тем не менее мы уже готовы и готовимся совершенно по-другому. Подготовлено ряд поручений, распоряжений мной как главой администрации. И у нас готовность 91%. Спецтехника отремонтирована,
поставлена на учет военная, спецтехника МЧС, коммунальная. Причем в этом году городской совет города Николаева выделил средства на приобретение новой техники. Вот. И по плану Николаевской области технику, которую мы можем привлекать, 374 единицы, 341 единица готовы к выполнению работ. Заготовка посыпочного материала. Это и песок, это и соли. По плану более 20 тысяч тонн уже на сегодня заготовлено, закуплено, проведены тендера 17 600. Это 88%, и я уверен, что в течение месяца пройдут дополнительные тендера, мы будем готовы в полном объеме. Сегодня важно, конечно же, и составляющая коммунальных услуг, которые возросли, но я как руководитель областной администрации готовлю ряд справочных документов на кабинет министров Украины, в администрацию президента, для того, чтобы, может быть, тарифы были пересмотрены. Тарифная политика. И это очень важно. Я общаюсь со своими коллегами из других областей, позиция их такая же. Не потому, что у нас идет предвыборная кампания. Я ранее заявлял об индексации заработной платы, и это также мои коллеги, руководители областных администраций юга Украины и центральной части Украины, которые поднимали на совещаниях данные проблемы. Поэтому, что касается тарифов жилищно-коммунального хозяйства, фонда, мы надеемся, что будем вносить в дальнейшем для того, чтобы кабинет министров принял определенные решения. Давайте поставимо крапку в цьому питанні, поговоримо дещо про інше. Два тижні тому, наскільки мені відомо, миколаївська делегація побувала в наших, так би мовити, сусідів, Автономна Республіка Грузії, Аджарська. Які цікаві такі перлинки можна було б винести звідти? І чим цікава ця досвід цієї місцевості для Миколаївщини? Де точки партнерства можуть у нас бути? На самом деле мы подписали исторический меморандум между двумя регионами, Николаевской областью и Аджарской автономной республики Грузии о сотрудничестве в социальной сфере, в экономической сфере, научно-технической сфере, культурной. И вы знаете, на самом деле это очень важно. Во-первых, это дружеские отношения. Мы получаем и обмениваемся информацией. А тем более страной, которая воплотила реформы, европейские реформы, и которая сегодня одна из лидеров стран по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, они побороли коррупцию. И это самое главное. Вы знаете, потому что у нас война с коррупцией продолжается. И на сегодня это действительно война, которая еще страшнее, нежели у нас происходят войны на Востоке. Я хочу сказать, что очень важно то, что мы уже запланировали ряд мероприятий, дружеский визит представители Аджарской автономной республики, это будут Дни Аджарии в Николаевской области, достаточно культурные мероприятия, которые пройдут в наших дворцах, для того, чтобы николаевцы, жители области, знакомились с культурой. Вот. Также мы посетили форум инвестиционный в Батуми, который проходил достаточно интересно, поднимались ряд важных программ привлечения инвестиций как в город Батуми, так и в Грузию. Я был удивлен, что вот в небольшую республику
сегодня готовы инвестировать крупнейшие компании мира. Почему же такая? В туристическую отрасль. Почему? Потому что, первое, это открытость, второе, нет коррупции, третье, минимальное налогообложение. Вот. Это, напевно, те пункты, которые треба и нам впроваджувати. Совершенно верно, поэтому мы общались с руководителем правительства Аджарской республики, мы проводили совещание с спикером парламента Аджарской республики, мы говорили о местном самоуправлении с мэром города Батуми, который также заинтересован в дружеских отношениях, который заинтересован в привлечении инвестиций как в Батуми, так и аджарских бизнесменов, которые готовы работать с украинцами, с Николаевским регионом. Наша делегация, ну, достаточно была представлена и чиновниками, и депутатами Верховной Рады, и бизнесменами, и нашими ребятами, воинами, атошниками, которые открыли выставку в городе Батуми, Адский аэропорт. Вот. Также наши художники открыли выставку николаевских художников, достаточно патриотичные две выставки, на которых присутствовали много аджарцев, много людей, которые просто любят Украину. И вообще я хочу сказать, что как грузины, так и жители Батуми очень любят и отзываются хорошо, положительно за украинский народ, всегда поддерживают морально нас, и это очень приятно. Поэтому данный визит достаточно был обширный, потому что очень много мероприятий мы посетили, это рабочие все мероприятия. Вот, у бизнесменов налажены контакты с бизнесом Аджарии, вот, будет обратная связь, я уже сказал, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество и из этого получить пользу для нашего региона. От давайте поміркуємо. От країна, територія, яка змогла впровадити реформи, у неї це вийшло. А от ви на початку доповіді торкнулися питання. Це корупція, це податкова. Ну, насправді, напевно, ці всі моменти на місцевому рівні дуже важко змінити. Все ж таки, це якась навіть данина традиції, не хочу казати ментальності, можливо, воно так і є. Але ця територія набагато менша, а Україна, зрештою, дуже велика в порівнянні навіть з європейськими мірками. І тому дуже багато є скептиків і, ну, не вірять тому, що наші реформи можуть іти дуже швидко. І щось може це гальмувати. Спасибо, да. Ви праві. Ну, за год-полтора дуже тяжело, тим більше в країні, коли політична нестабільність, коли агресія зі сторони соседних государств, но тем не менее, я вам приведу пример, что в Грузии реформы Министерства юстиции реализовывались на протяжении 5 лет. Поэтому у нас есть очень много примеров положительных, которые реализуются в Украине. И мы не останавливаемся. Вот это самое главное. Потому что как только остановишься, все, реформы не будут воплощены и не будут доведены до логического завершения. Это факт. Но, посмотрите, экономическая децентрализация. Как бы нас ни критиковали, в декабре-январе месяце местные депутаты, местные политики, мы смогли сформировать бюджет, мы перестроили работу, получили, закумулювали кошти, зрештою, совершенно другой результат. Мы впервые за последние 2 года перераспределяли полученные средства. Мы впервые смогли ремонтировать дороги, мы впервые смогли ремонтировать школы, детские сады. Мы впервые смогли закупать медоборудование. Мало того, рассчитываться с долгами прошлых лет, государственными долгами. Не местными, а государственными долгами. Так вот, я вам хочу сказать, 153% выполнения бюджета в области, местных бюджетов. Это в среднем, о чем-то говорит.
Поэтому, опять-таки, полицейская реформа. Вы видите, как реагируют люди. Что произошло в Киеве, в Харькове, во Львове. И это произойдет в Николаеве уже в этом году, когда заработные платы будут от 8 до 10 тысяч, когда полицейский будет владеть английским языком, когда полицейский будет культурным, когда полицейский будет в новой форме, когда полицейский будет постоянно сопровождаться техникой, экипировкой. Вот я смотрел на этих молодых людей, которые проходят сейчас тесты, и сам присутствовал, как они сдают. Поверьте, там нет коррупционного составляющего. За что я так... И я уверен, что вот такие реформы, они пойдут на пользу в целом обществу и государству. И они будут реализованы. Конституционная реформа, которая очень важна. И вот типа радикалы, которые там пытаются критиковать, они просто не верят в будущее нашей страны и не хотят европейского будущего, ради чего украинцы выходили на площади и улицы в 13-14 году. И в принципе из-за чего идут боевые действия на Востоке и аннексирован Крым. Це вже питання не зовсім місцевого рівня. Можливо, ми повернемося до наших земельних питань. Так вот, що касається Батумі, що касається в цілому Грузії. Поэтому ми на правильному пути, ми не сворачуємо, ми будемо воплощати реформи, і вони будуть йти тільки на розвиття нашого государства. І це вже факти і ті приклади, які я вам привів. І їх ще можу приводити не одну передачу. Наскільки я знаю, Сингапур на шляху до своєї економічної незалежності йшов 40 років. Сподіваюся, у нас це займе набагато більше часу. Давайте наостанок поговоримо про все ж таки болюче питання – наші дороги. 140 кілометрів – це те, що я знаю, в напрямку Дніпропетровська має ремонтуватися. 40 кілометрів, 36 з них має поновлюватися взагалі. Шматочок дороги, наприклад, до Баштанки 60 кілометрів – це 17-18 мільйонів тільки на ямковий ремонт. Грошей в обласному бюджеті мало, якщо не сказати, на ці цілі немає. Наскільки я знаю, обласна державна адміністрація вийшла з ініціативою залучити і народних депутатів, щоб вони допомогли, підставили плече. Чи є результати і чи чекати нам успіху і допомоги зверху? Ну, я сразу хочу сказать, что это касается дорог государственного значения, и они не относятся к бюджету областному. Но тем не менее, да, действительно, для нас это большая проблема. И я извиняюсь перед всеми жителями области за то, что мы не можем сейчас выйти из этой проблемы и отремонтировать дороги в Николаевской области. Но придет время, когда будет реализована дорожная реформа, где будут пересмотрены налоги, где будут пересмотрены в целом дорожные фонды местные, которые необходимо создавать, где будут пересмотрены проекты дорог, потому что на самом деле сегодня, ну, те дороги, которые строились в 70-х, 80-х годах, они не соответствуют уже нынешним стандартам, нынешним скоростям, нынешнему тоннажу. Вот. Опять-таки, мы должны научиться сохранять дороги, мы должны научиться разгружать дороги, потому что у нас не задействована железная дорога, потому что у нас на 100%, потому что у нас на 100% не задействован водный транспорт, воздушный транспорт. Но это впереди, и это большая, большая реформа и большие планы. Что касается двух дорог, это Николаев-Кировоград. Я говорил, что впереди у нас будет открыто финансирование мировым банком под минимальные проценты, под проектирование и строительство. Это проект Министерства инфраструктуры, пилотный проект. Дороги Львов, Кировоград, Николаев, Херсон. И первый этап строительства дороги начнется как раз между Кировоградом и Николаевом. Это новая дорога, бетонная армированная дорога по новым технологиям. И вот этот участок, который необходимо строить
не ремонтировать. Я часто говорю, что я категорически против ямочного ремонта, потому что он неэффективен, потому что у нас дороги ровно через год становятся в таком же состоянии, в котором мы были, это просто растрата огромных средств. Так вот, финансирование этого куска дороги и его стоимость более 100 миллионов долларов. И эти средства у нас будут для реализации. Что касается дороги Николаев-Днепропетровская, Н-11, она еще проблемней. Там 36 километров, нет основания дороги, и оно не подлежит уже ямочному восстановлению и ремонту. Его необходимо полностью капитально ремонтировать и строить. Для этого необходимо большие средства, которых сегодня в бюджете государства нет. И в этом году не предусмотрено. Для того, чтобы отремонтировать проезжую часть 136 километров, необходимо около 80 миллионов. 23 миллиона мы до этого уже, да, мы уже отработали. И часть дороги отремонтирована, это от Николаева до Баштанки. Но ситуация очень действительно критичная с финансированием. И единственный вариант в конце года – это получить средства из резервного фонда. Поэтому мной было инициировано совещание с народными депутатами Украины, которые избирались от Николаевской области. Я подготовил обращение, где изложены цифры, факты. И решение советов местных, обращение о катастрофическом положении и, соответственно, поддержки, которую мы требуем от народных депутатов, чтобы они смогли ее оказать. Но хочу верить в том, что им это удастся, и будет отдельное постановление Кабинета министров. Я на это надеюсь, и буквально с понедельника группа депутатов готова быть в Кабинете министров, в профильном комитете, который также будет заседать на следующей неделе в Николаевской области, и это один будет из главных вопросов выездного заседания Комитета Верховной Рады. Это ремонт и строительство дороги Н-11. Мы должны как минимум в этом году сделать, чтобы проездная часть была поновлена, отремонтирована. У мене останнє питання на сьогодні. Напевне, не помилюся, якщо скажу, що більшість за цим дуже уважно спостерігає. Це питання майбутніх місцевих виборів. Які перспективи проходження цього процесу на Миколаївщині? Наскільки готові і органи влади, і територіальні комісії для того, щоб цей процес пішов нормально, без сбоев, без провокаций и без... Да, я, вы знаете, уверен, что выборы пройдут демократично, спокойно, открыто. Что касается органов власти, мы предоставили помещение, предоставили оргтехнику для работы членам ТВК комиссии, членам ДВК. Вот. Проведены ряд совещаний с правоохранителями по обеспечению правопорядка. Но все будет зависеть от наших кандидатов в депутаты, от политических партий, какой тон они будут задавать. Но если мы говорим о европейских ценностях, значит, выборы должны быть честными, демократичными, без давления со стороны административного ресурса, и я за это отвечаю, вот, потому что мы провели выборы в 2014 году, двое выборов, и международные наблюдатели отметили то, что не было ни давления, не было ни таких значимых нарушений. Я надеюсь, что и в этом году мы проведем достаточно
демократично і в рамках законодавства України. Будемо чекати розвитку подій. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Гаряча лінія» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Зі мною посідував голова Миколаївської державної адміністрації Вадим Меріков. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.